Короткое замыкание в духовке едва не привело к взрыву газа в многоэтажке Копейска. Огонь вспыхнул, когда хозяева квартиры были на работе. Ой, что-то вспыхивает, да? Сотрудников МЧС вызвали соседи, когда пламя в квартире на 5-м этаже этого дома уже вырывалось из окна кухни. Пожарные прибыли через 10 минут и тут же приступили к тушению. В квартире был газ, и в любую минуту все могло взлететь на воздух. Они воду через подъезд дали? Огонь удалось потушить через 15 минут. Пострадавших нет. Сейчас владельцы квартиры подсчитывают ущерб. Как рассказали в МЧС, всему виной короткое замыкание на кухне.